Да, хочешь, я попробую одним дублем? Не хочу. Всем привет. Вы находитесь на канале Squad Barshop. Меня зовут Яков. Я райдер команды Squad. Мы находимся в магазине CDM на Лубянке. И сегодня мы поговорим о комплекте, на котором я катаюсь. Начнем необычно. Начнем мы сегодня с подвесок Ace. Почему начнем с подвесок Ace? Многие спрашивают, чем подвески Ace лучше других подвесок. Даже, например, чем они лучше Independent. Лично для меня их достоинство в том, то, что, во-первых, они круто поворачивают, и у них нет такого, что когда ты, например, сильно отклоняешься назад или вперед, что они сильно закусываются, или там, например, на приземлениях, когда ты приземляешься ступенек, они не так сильно закусываются и более глубоко поворачивают, чем остальные подвески. Также я бы хотел у них отметить то, что у них крутые бушинги. Они не так сильно забиваются и не так сильно замерзают, например, на холоде. Там, если взять какие-нибудь подвески Crax или Independent, все знают, те, кто катаются, то, что зимой они достаточно сильно замерзают и плохо поворачивают. А если, например, взять подвески Ace и кататься на них зимой, то они будут работать примерно так же, как и летом. Это, собственно, их достоинство для меня, поэтому я их выбираю. Теперь перейдем к доскам. Я выбираю доску Squad Barshop, размер 8,5, High Concave. Эти доски в этом году сделаны на заводе HLK. Есть все размеры, начиная там от 7,75, заканчивая 8,5. В том году мы вам рассказывали об этих досках, и в этом году хотелось бы подчеркнуть, что эти доски реально крепкие, и что на них можно прокататься долго, и что когда они влетают в какой-нибудь угол, они не сразу скалываются, а просто вминаются. Но, конечно же, все зависит там, от того, сколько ты на ней катаешься и как она стерта, но вот я лично выбираю доску Squad. Про наждак. Это наждак G-Sub. Обычно я катаюсь на MobGrip, но вот в этом году решил попробовать G-Sub. И могу сказать то, что мне реально нравится. Он не так сильно забивается там и пылится. Он достаточно такой жесткий. И его надолго хватает. Теперь поговорим о колесах. Мне нравятся колеса OG. Это Formula Elite. Форма мини-комбо. Они достаточно большие, 56 мм, 101. Например, я выбираю большие колеса, потому что они прикольно лочат перилу. Форма мини-комбо крута тем, то, что внутри они скошены, и это позволяет круче лочить перилу. Например, мне нравится там, прыгать на перилу крестом и вот так вот ее обжимать. И эти колеса это круто позволяют делать. Поэтому не рекомендую ставить там, как все любят ставить, рисунком вовнутрь. Эти колеса именно и предназначены для того, чтобы рисунок был снаружи, и внутренняя сторона, которая скошена, позволяла круче хватать перилы. Вот. Также это 101А. Мне просто нравятся, например, более скользкие колеса. На улице это часто помогает, там, когда нужно где-то там довернуть или что-нибудь в таком стиле. Также они, кстати, достаточно хорошо ездят по арахису, они большие, типа. И, кстати, что хочу подчеркнуть, они еще и быстрые. Так, давайте теперь перейдем к подшипникам. Это подшипники Endel про модель Tiago Lemos. Я катаюсь на обычных подшипниках Endel, они мне больше нравятся, но так как мы сейчас находимся в магазине, и здесь были именно такие подшипники, мы решили сделать обзор на них и в итоге разыграть их. Что могу сказать про эти подшипники? Они прикольно едут. Я их пробовал и в парке, и на улице. Они не так часто разбиваются. Лично я выбираю их. И, кстати, здесь есть проставки. Например, я вот всегда на своем комплекте ставлю проставки. Мне кажется, когда ты ставишь проставки, то происходит меньше вибраций, меньше движений внутри подшипника, и поэтому он как-то, что ли, реже разбивается и тому подобное. В общем, вот такие у меня подшипники. Еще я катаюсь на рейзерах. Мне просто нравится, когда подвески стоят чуть выше, и лично мне кажется, что так как-то щелчок чуть больше. Ну и вообще просто вот так пошло, что я начал кататься изначально с рейзерами, и для меня это удобно. По поводу болтов, я выбираю обычные болты Independent единички. Это модель Allen.
Типа они на шестигранники. Лично мне просто больше нравятся на шестигранники, их удобнее там закручивать. И тут, кстати, в комплекте идет всегда шестигранник. Это достаточно удобно, когда у тебя с собой нет шестигранника, ты можешь вот этим шестигранником воспользоваться. И все круто. Всем спасибо за внимание. Все это мы разыграем в Инстике Яков Кан совместно с Squad Board Shop. Увидимся на сплотах. Всего доброго, чуваки.